Кристина. Сегодня у вас двоих незабываемый день. Он полон приятных волнений и переживаний. Этот день войдет в вашу жизнь светлым праздником, рождение вашей семьи. Пусть ваши чувства никогда не угасают, а желание дарить друг другу счастье только усиливает. Сегодня вы делаете ответственный шаг. Вступаете в семейный союз, в котором два человека становятся друг для друга самыми близкими – мужем и женой. Перед государственной регистрацией брака я обязана вас спросить, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним. Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ – нет. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации зарегистрировать ваш брак. Я приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Свидетельство о заключении брака. Искренне желаю, чтобы ваша совместная жизнь была долгой и счастливой. Цените каждое мгновение, которое вы проводите вместе. И пусть ваш дом всегда будет наполнен только светом, теплом и любовью. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Уважаемые гости, я надеюсь, что ваши улыбки и добрые пожелания еще больше украсят сегодняшний день. Приглашаю вас поздравить с супругом.